Лоза, капитан департамента сельского хозяйства, заявил, что погодные изменения связаны с разведением скота, а также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на Белла Авеню в Пуэбло. Кроме того, если сегодня вечером вы соберетесь прогуляться, то сможете наблюдать вертолеты, низколетающие над Синтертерном и Лидвиллом. Похоже, сотрудники парка Арапаха собрались распылять инсектициды против насекомых-хранителей, поразивших клёны. Они перебили нас. Вычислили варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской. Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын. У тебя есть призвание.
Вытащи их, пожалуйста, доктор Йорк! Вырви их, ты должен мне помочь! Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Зачем нам умирать? Уокер пришлет нас только за то, что мы больны. Мы не выбирали такой СБ!